Я не буду долго сиськи мять, но я не видал такого кошмара со времен Блицкрига. Так, ребята, всем привет, вы на канале GameDob. Давненько что-то не записывал видео, все из-за этого пентовара. Постоянно стримы. И про видео вообще просто забыл. Банально, на это просто нету времени. Итак, сейчас мы делаем... Сначала я эти кинжальчики Т2 белые плюс 10 попробую сделать желтыми, а потом мы их заточим. Желтуха, шанс успеха 50%, заточка на плюс 11, шанс успеха, наверное, процентов 20 или 60, не знаю точно, неважно. Это абсолютно не важно, потому что в любом случае мы будем его точить. Сначала делаем желтыми. Угу. Кинжалы нужно снять перед тем, как желтить. Обмен. Ну, так, тихо, мне всего хватает. Это хватает? Да, всего хватает. Бум! Попытка неудачная. Ну вот, залупень, конечно. Извиняюсь за свои неадекватные звуки, но это реально залупень. Два раза пытался желтить, два раза не получилось. За что? Сейчас будем точить, только нужно найти укромное место. Так, вот, ребята, это местечко мне нравится. Это балкон в замке, отсюда взлетает виверна. Итак, давайте точить. Сколько можно уже ждать? Берем заточку, ложим кинжалы. Покажу, возможно, кто-то не знает, при заточке плюс 11 и дальше руну использовать нельзя. Вот я перетаскиваю руну, руна не вставляется. Из-за этого сложности заточки. Точу! Все, все. Вот так вот. Наигрались мы в пенту. Спасибо всем за внимание. За что? Если вкратце подвести итоги, то Пентовар 3.0 я отыграл целый месяц, и я от этой игры получил удовольствие. Что дальше будет на канале? То, что касается линейки. Будем ждать, наверное, все же следующую пенту, потому что на ЕВ желания идти нету, на БСВГ тем более желания идти нету. Обычная линейка меня вообще не интересует, ГВЕ тоже не интересует. Если вдруг появится какой-то новый РВР-сервак, новый проект, вот туда мы пойдем посмотреть, оценить его. Если не появится, ждем пенту. Какие-то большие, масштабные, серьезные игры сейчас снимать в планах нету. От пентовара нужно отдохнуть, поиграть в что-то такое ненапряжное, расслабляющееся, легкое, простенькое. Пока что в планах только две маленькие игрушки, в которые хочется поиграть. Первая игрушка — это Legends of Keepers. И вторая игра — это Terraria. Да, Terraria, которую вы у меня просили. Все, спасибо всем за внимание. Не забывайте самого главного. Игры должны приносить удовольствие, а не нервное расстройство. Все, всем пока. Бабах.